Ты в норме? Ага. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Не нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела два, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... И поубивали их друзей... За нами ринется вся орава. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, ну, знаем что-то важное? Видимо, их это не волнует. Как думаешь, в этих домах что-нибудь осталось? Всегда что-нибудь дозаваляется. Thank you.
Дина, свежая кровь. Я готова. Уложила? Да. Черт. О, сердце колотится. И у меня. Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может... Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели... Дело... Уже не важно. Они облажались. Да уж.
звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. Я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. Так что мы будем с ней делать? Выясним, что ей известно. Выясним, где остальные, видно будет. Спросишь, за что они его так? Да. Ты ничего нового не вспомнила из разговоров с Джоэлом? Ничего. А может быть, что он натворил такого, о чем ты не знаешь? Легко. Он многое держал в себе. Интересно, что думает Томми? Он-то наверняка знает, с кем у Джоэла были счеты. О, зацени. Сиэтл сменил одного диктатора на другого. Как думаешь, давно это тут? Пару лет, не меньше. Я думаю, повесили сразу после того, как разделались с военными. Вот людям, наверное, было страшно. Сперва эпидемия, потом Федра, потом псы. Интересно, сколько согласилось примкнуть к этим ублюдкам ВОВ? Хороший вопрос.
что ты хочешь сделать? Застрял. Тебе помочь? Нет, я сама. Я сейчас вернусь. Я буду здесь. Это еще что? Бомба, что ли? Мастерски сделано. Не зря сходила. Да. Хороший улов. Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Посмотрим.
Он был хуже всех, больной. Эли. По крайней мере, он хоть иногда готовил что-то, кроме боя. Меня от них уже тошнит. Знаешь, сколько раз ты его с ротвой травил? Вот и пришлось рыбачить. Что-то есть захотелось. Да? Так не надо обсуждать еду. Да. Где эта стерва? Она где-то здесь. Она точно не из шрамов? Она была на лошади. Она не снимет. Ну, тогда шрамы ее пришло. Там, наверху! Кто-нибудь их видел? Тихо. В этом секторе никого нет. Проверь в лавке. Иду, прикрывай. Еще остались? Вроде нет. Хорошо. Черт. Кого-нибудь узнаешь? Нет. О, эта зона просто огромная. Да, большая. Как думаешь, псы рассредоточены по всей зоне? Надеюсь, нет. Mm-hmm.
Есть что-нибудь? Тут хэллоуинская шняга. А вообще забавно смотрится. А мне не нравится. Я думаю, попросить, чтобы не удивили. Зачем тебе? Там такая вонь стоит. Тебя сразу не будет. Ну, это хорошая возможность. Навалять этим уродом. Выслужиться перед Айзеком. Но он такое заставляет с ними делать. Когда они начинают кричать, это тяжело. А, переживу. Ладно. Тогда я тебя порекомендую. Спасибо тебе. Только дам тебе один совет. Какой? Расколол газ, и все, хватит снова. Не увлекайся. Это смотря кто попадется. Правда ведь? Замолчи. Зря ты это делаешь.
Не надо! Господи, не надо! Черт! Еще видишь? Нет. Боже, как ты их расшвыряла. Сколько бойцов они послали за тобой? Слишком много.
Найду. Должна быть где-то здесь. Тут же полно псов. Мы за минуту ее расколем. Ты будешь ее колоть? Если придется.
Чему столько радуг? С тех пор, как Вову делали военных, больше 10 лет прошло. И они до сих пор такие бешеные. Не может быть, чтобы к ним так часто лезли чужаки. Не знаю. В городе, мне кажется, еще полно припасов. И почему нельзя их мирно поделить? Элли, смотри. Это же мы. Хорош. Не отвлекайся. Ты права. Тут везде женщины. Не, стоп. Вот здесь 2 мужика. Дина, припасы. Эй, Элли, пошли.